Итак, все дело в том, чтобы осознать, что мы не являемся единым целым. То, что нас окружает, является единым целым с нами. Вот кто мы такие, это то, к чему мы подключаемся, когда мы говорим о нашей центрированности. Разум, находящийся в теле, находится в постоянном напряжении между инь и янь, или женским и мужским началом, что также является тем, что мы называем РН в организме, кислотностью или щелочью. Это внутреннее напряжение является неотъемлемой частью нашего существования, и в то же время оно играет важную роль в нашем физическом и эмоциональном состоянии. Вся наша идея сейчас заключается в том, чтобы оставаться сосредоточенными, удерживать этот центр в себе. Когда мы удерживаем этот центр, мы подключаемся к высшей матрице, более высокой форме сознания и понимания. Это позволяет нам расширить нашу перспективу и связаться с глубинными уровнями нашего бытия. Имея более высокую цель, мы находим смысл и направление в нашей жизни. Это направление приводит нас к тому, что я бы назвал повышением частоты, увеличением нашей энергии и вибрации. В результате, мы становимся более гармоничными и сбалансированными сами по себе и с окружающим миром. Но когда мы не центрированы и находимся между этими двумя полюсами внутри нас, нас легко можно привлечь к этим полюсам, которые могут быть либо единым целым, либо только ян, либо только ин, если их разделять. И при большом разделении внутри нас, мы подключаемся к низшей матрице. Все нагнетания страха, которые происходят сейчас, на самом деле являются попыткой подключить нас к низшей повестке дня. Так вот, одна из вещей, которой я хотел бы поделиться, заключается в том, что сейчас крайне важно оставаться сосредоточенными, несмотря на все нагнетания страха. Это то, что называется сбой в синхронизации. Важно понимать, что когда мы находимся в состоянии нецентрированности, наша энергия разбросана между этими двумя полюсами. Из-за этих сбоев, мы должны осознать, что окружающий мир – это нечто более глубокое и комплексное, чем просто отдельные объекты и события. В действительности то, что мы видим вокруг себя, с помощью наших органов чувств, является всего лишь иллюзией или голограммой. Эта иллюзия заключается в том, что мы склонны ощущать себя отделенными и изолированными, когда воспринимаем мир через наши органы чувств. Вся идея заключается в том, чтобы стать единым целым со всем, что нас окружает. В фильме «Матрица» речь идет о том, когда Нео становится единым с Матрицей и становится практически неприкосновенным. Это означает, что мы осознаем, что окружающий мир не отделен от нас, и мы можем видеть это в терминах «сбоев» или «синхронности». Мы говорим не только о глубокой синхронности, но и о том, что мы получаем, когда действительно подключаемся к этому коллективному процессу, который можно назвать историей пророчества. Здесь мы получаем повышенную частоту, если так пожелаем. Однако для того, чтобы достичь этого, нам нужно осознать, нам нужно учиться, нам нужно быть очень внимательными к тому, что все происходящее вокруг нас всегда происходит компенсирующим образом. Это означает, что если я слишком сильно погружен в ян, и если я слишком сильно охвачен огнем, который сильно раздувается, то со мной и в моем окружении будут происходить такие вещи, которые меня опустошат. Различные сбои, с которыми мы можем столкнуться, или компенсаторными синхронностями, например, спуск шины или птица, которая залетает в лобовое стекло. Это может привести к определенным последствиям и вызвать особое восприятие окружающей среды. Мы осознаем, что окружающее нас является голограммой, а не реальным материальным пространством, разделяющим нас от остального мира. Мы понимаем, что мы на самом деле связаны со всем сущим и становимся единым целым. Мы осознаем, что все вокруг нас способно вести себя так же, как мы сами, то есть компенсировать наше текущее состояние. Это очень и очень важно. Это означает, что окружающее нас является продолжением нас самих. Это первый уровень, так сказать, выхода из матрицы иллюзии отделенности. Затем мы буквально начинаем осознавать то, что видел Нео из фильма «Матрица», начинаем осознавать, что в этой последней сцене, когда в Нео стреляли,
и пули застыли в воздухе, а потом упали, и тогда он увидел вот это. Он увидел, как будто врозь, матрицу. Можно сказать, он увидел то, что мы сейчас называем материей. На самом деле, это ничего не значит, но за этим стоит поле, которое компенсирует нам инь и янь, женское и мужское начало. И это было его первое соприкосновение с настоящей реальностью, где все едино, где я един со всем, и все может компенсировать мне с точки зрения моего «я», то есть с точки зрения моего бессознательного, которое присутствует повсюду. Именно об этом однажды спросили Юнга, где находится бессознательное, и Юнг ответил, что оно есть везде. Это все есть одно население, и это действительно означает, с точки зрения буддизма, что мы выходим из состояния майя и становимся единым целым. Что означает, что все вокруг нас является единым целым с нами. Это практика буддизма, когда возникают сбои в синхронности, или когда вещи и события ведут себя странным образом. Ключ к этому коду, к этой двери, заключается в том, что они ведут себя противоположным образом по отношению к тому состоянию, в котором мы находимся. И когда мы сможем прикоснуться к этому, когда мы сможем принять это, когда мы сможем осознать, к примеру, спущенное колесо машины компенсирует мой уровень инфляции, мой ян и инь уравновешивают меня, это подводит нас к центру, а затем мы подключаемся к более глубокому слою реальности, которая находится за пределами иллюзий, и это то, что я называю волной, и именно здесь мы достигаем многого и большего, формы чуда или синхронности, и к тому времени мы уже выходим из матрицы, из этой иллюзии майя, и тогда мы начинаем соединяться с другими людьми в этой волновой форме. И сейчас идея заключается в том, что чем больше из нас способны объединить эту волну и сформировать эти группы, которые в книге Джеймса Редфилда называются группами вознесения. Чем больше эти группы подключаются к коллективному процессу, который выведет нас на следующий уровень обновления. Застревание в матрице, или застревание в этой иллюзии обособленности, это то, что происходит сейчас. Когда мы заперты в страхе и вовлечены в эти фальшивые дихотомии, лево-право, зеленая энергия, против ископаемой энергии, и все. Что связано с фальшивыми, лево-правыми дихотомиями, особенно со страхом, или зависимостями, и удовольствиями. Это означает, что когда мы не интегрированы, и такой процесс происходит сейчас со всеми нами, заставляя согласиться на какое-то внешнее вмешательство, потому что мы бы не смогли это сделать сами с собой, а вот этот крючок, это то, что назвали бы негативным восторгом. Когда мы попадаем в восторг, который является понижением и переходом на более низкую частоту. Так что суть в том, чтобы работать над этими совпадениями и этими сбоями, а также помнить о наших внутренних противоположностях. Важно понимать, что наша способность к объединению и коллективному развитию является ключевым фактором для достижения следующего уровня эволюции. Мы должны преодолеть страх и отказаться от фальшивых дихотомий, чтобы достичь истинной гармонии и просветления. Это позволит нам осознать наш потенциал и реализовать его на пути к вознесению. Негативный восторг, который может привести к понижению частоты, является препятствием на этом пути, и поэтому мы должны активно работать над совпадениями и сбоями внутри нас самих. Только тогда мы сможем достичь истинного вознесения и перейти на следующий уровень обновления. Yeah.